Ну вот, блин, моя энергия почти на исходе. Компьютер, сколько осталось энергии? 15%. Ой, ну вот это нифига себе. Оля, Пипа умел... Он ломится в дверь, надо что-то сделать. Так, что делать, что делать? Энергия уже на нуле. Так, ладно, ладно. Выключим, наверное, надо немножко еще посидеть. Сколько осталось энергии? 5%, сэр. Нифига. Ладно, так. Вентиляции вроде никого нету. Тоже никого нету. Может, можно уже выключить вентиляцию? Хотя нет, нет. Лучше тут посижу. Так. О, нет. Энергия на нуле. О, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. О, нет, нет, People Melon, пожалуйста, не надо, не трожь меня. Не трожь меня, People Melon. Не надо. Я ничего не делал. Не, пожалуйста, нет, 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 нет. Как мне это сон не надоело, ни одной нормальной программы нету, работы нету, ничего нету, что мне делать? А, за что же со мной так? Ну, ненавижу эту работу, ненавижу эту жизнь. Как раб сидишь целый день дома и ничего не делаешь. Так, тут. Здравствуйте, вы кто? Здравствуйте, я вам по новой работе. Хочу вам предложить работать в нашем кафе охранником. А можно поинтересоваться, сколько будет зарплата? За 5 ночей работы ммы вам будем давать по $200. $200 в неделю, это даже так нормально. Какое вам предложение? Мне все понравилось. Приходите сегодня в 11:55 ночи. Ладно, тогда до свидания. Хорошо. Я сегодня приду в 11:55 ночи. Все, до свидания. До свидания, до свидания. Неужели мне удача повернулась лицом, ко мне пришли предложить пойти на работу? В принципе, столько-то долларов за работу, в принципе, знаете, хорошо, надо сходить. Сколько он сказал, в 11:55 приходить? Хорошо, приду. Так, ладно, надо пойти собирать вещи. Так, время уже 11:55, я нахожусь в этом здании. Так, нифига, это кто? Я вроде, если смотрел раньше рекламу, когда был ребенком, это вроде Чики Мел. Так на него не похоже, он не такой был. Очень странно. Ладно, может это заменили Чики Мел или что? Я просто не разбираюсь. Ладно, пойду. Так, ладно, пофигу, пойду, пускай он тут стоит. А вот вроде и вентиляция, которая ведет меня в мой офис. Так. Проползем аккуратно, аккуратненько. Зачем туда закрышка для вентиляции нужна, никому не известно. Так, двери, закрытие вентиляции. Хорошо. Так, ну-ка. Пойдем-ка себе посмотрим, что за дверью стоит. Небольшое такое кафе. Так, это у нас закрывает дверь. Так, хорошо. Дверь откроем. И... А это у нас закрывает вентиляцию. Хорошо. Так, пойду-ка сейчас смотреть, пока время еще есть у меня. Так, это у нас главный, получается, аниматроники этого здания People Melon, Alex Melon и MP Corin. Вот это они потрескались за такое время. Очень странно даже. Они же должны были сохраниться. Что с ними стало, никто не знает. Видимо, они открыли снова это кафе.
какой я уже не знаю по счету кафе, они уже были сломаны до этого. Ладно, уже время 12 часов, надо заходить в офис. Так, хорошо. Самое главное сейчас выключить все вентиляции. Итак. Здравствуйте, сэр, добро пожаловать на ваше рабочее место. Ты кто такой? Что за голос меня сопроводит? Или... Ты кто, короче говоря, сдавайся. Я искусственный интеллект, и я вам буду помогать в прохождении ночи. Хорошо. Сколько у меня зарядов энергии? 99%, сэр. Хорошо, ладно. Что нужно делать? Просто досидите до 6 утра, и вы успешно можете идти домой. Хорошо. А это все так легко. Интересно, почему мы все увольнялись отсюда? Эх, ладно. Так. Буду сидеть просто до этого. Даже стул ничего не поставили мне. Как я буду тут по-вашему сидеть? Или мне умереть тут, я не знаю. У меня ноги отказываются стоять до 6 утра. Так, что мне делать, компьютер? Не знаю. Делайте, что вы хотите. Ладно. Просто постою. Так, компьютер, мне кажется, или я слышу звуки вентиляции? Вам, скорее всего, просто показалось, сэр. Нифига себе не показалось. Так, ё-моё, это кто? На, нафиг. На, все получает. Чики-мел? Что он тут делает? Как он сюда пришел? Вопросить, не знаю. Очень странно. Ай, голова. Ладно. Все, пошел вон отсюда. Странно, вроде говорили, все будет так легко. Что он приперся сюда? Ладно, все, открываем. Сколько время, компьютер? Время 2 часа ночи. Энергии 90%. Нифига. Вот это нифига. Ладно. Так, хорошо, надо просто посидеть. Больше ничего особенного не будет происходить. Это кто там за дверью стоит? МП-коры, нет, МП-коры, уйди. Уйди, не подходи. Блин, вентиляцию зачем я закрыл? Блин, вентиляцию надо... Блин. Он пытается сломать дверь, но у него это не получается. Ладно, стой за дверью, ко мне в офис не заходи. Все, фигушки тебе, ты зайдешь в мой офис. Так, так, может открыть дверь или закрыть? Лучше пускай закрытая стоит, потому что он не уходит. Так... Компьютер, сколько у меня энергии? 70%, сэр. Так, откроем. А сколько время? 3 часа ночи, сэр. Опять звуки вентиляции. Чики-мел, уходи отсюда, ва. Тебя тут нет, тебя тут гости не ждут, тут и так места нету. Фух. Говорили же просто сидеть до 6 утра. Чё за фигня? Чё на меня слева и справа налетают? Ладно, все. Он ушел, в принципе, можно выключить. Сколько осталось энергии? 50%, сэр. Вот это нифига. Ладно, а сколько время? 4 часа утра, сэр. Не хватит разве на 2 часа энергии? О, нет, МП-корн летит, ё-моё. А, так, так, так. Блин, кнопка заела. На, нет, ты не войдешь сюда. Ты меня не войдешь. Нет, дверь открылась. Черт возьми, закройся, не открывайся. Ну все, попался. Что ты делаешь, МП-корн? Что ты мне сделаешь? Что? Что ты мне сделаешь? 5 часов утра. Что? Чё? Что ты мне сделаешь? А? 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 Что ты мне сделаешь? Постой, я не желаю тебе зла. Я хочу тебе помочь. Тебя пытаются убить. Все. Что? Что ты сказал? Подожди. Что ты там... Ладно, пошёл вон отсюда. Не заходи ко мне, это мой офис. Что ты мне сделаешь 5 часов утра? Сколько осталось... Эй! Компьютер, сколько осталось заряда? 20%, сэр. 5 часов утра. Он ломится в дверь. Дверь нельзя открывать. Вентиляцию тоже нельзя... ну, вентиляция, по крайней мере, закрыта. Не закрыта. Ой, я опять слышу звуки. Надо а теперь надо закрыть ее. Сколько процентов? 5%, сэр. Ё-моё, сколько время? 5 часов утра, сэр. Ай, нет!
Зашел обратно, не выходи оттуда. Чикемель, я тебе не дам выйти. Пошел вон. О, нет, МП-кора. Нет, нет, МП-кора, не надо. Вот, все, я закрыл дверь. Фиг ты войдешь теперь. Фиг войдешь. Фиг тебе, в как ты зайдешь. Иди нафиг, Чикемил, я тебя не разрешал. Пшел вон. Ай, вот это напряжка. Пшел вон, Чикемил, вот так и сиди там. О, нет, МП-кора, ты как сюда зашел? Нет, 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 не подходи ко мне. Не подходи, МП-кора, не вздумай, даже не вздумай. Пшел нафиг, на, получай. Ай. Вот это, что стало? Компьютер, сколько времени? 7 часов утра, сэр. В смысле 7 часов утра? Мне домой уже надо. Ладно, самое главное, я тут опрожил эту несчастную ночь. Так, все. Нафиг, я пойду лучше домой. Потом буду жаловаться, что это тут происходило. Почему они сами на меня налетели? Только сейчас надо найти выход из этого тупого здания. Ладно, я обязательно на вас пожалуюсь. И фиг, я больше сюда приду. Mm-hmm.